Вітаю вас! В ефірі програма «Всі свої», з вами Оксана Байрак. І сьогодні в студії у нас ті, хто здатен називати речі своїми іменами. Не звик ділити проблеми на свої та чужі. А головне, вони впевнені, життя має бути прекрасним. Каждый год мы находимся в волшебном предвкушении лета, потому что именно летом можно покинуть пыльные города и оставить за спиной проблемы мегаполиса. На отдыхе мы наслаждаемся плаванием, катанием на катамаранах, катерах и лодках, и при этом не думая о том, какая опасность угрожает нашей жизни и здоровью. Отсутствие светофоров, дорожной разметки, камер наблюдения порождает у приверженцев водного экстрима иллюзию вседозволенности. Еще большее возмущение вызывает наказание, которое предусмотрено в таком случае нашим законом. За убийство человека на воде можно отделаться штрафом до 8,5 тысяч гривен, либо лишиться свободы сроком до 5 лет. И это только в том случае, если преступник будет найден. 17 июля этого года за Киевом на Днепре у Жукова острова трагически погибли одноклассники Евгений Савченко и Светлана Дроздова во время водной прогулки. В лодку, где они находились, на большой скорости врезался скутер. Удар оказался настолько сильным, что лодка сразу же пошла ко дну. Тело Евгения Савченко удалось извлечь из реки через сутки, тело Светланы обнаружили через 3 дня. Преступник, совершивший наезд, не остановился и не оказал помощи. Тема нашей программы – «Смертельные гонки». Можно ли было спасти молодых людей? Этот вопрос задают себе вдова Евгения, Екатерина Савченко, и его друг Сергей Злобин. Встречайте. Что произошло вечером 16 июля этого года? Мы каждые выходные выезжали на острова на своей вот этой лодке, «Прогресс 2». Это было не просто хобби, это было увлечение с детства. Вот я хотела спросить, Катюш, скажите, пожалуйста, что за лодка была, на которой выехали Женя и Светлана? Может быть, она была неисправна? Может быть, Евгений не умел управлять ею? Именно эта лодка. У нас уже 2 года. Всю зиму он ее чинил, ремонтировал и полностью подготовил ее для летнего сезона. Также получил права, у него были права, то есть он официально, скажем так, документы, у него все было. И лодка. То есть мы можем сказать о том, что не дилетант был за рулем, управлял этой лодкой? Все было исправно, все габаритные огни, все как должно быть по правилам безопасности, круг спасательный. И что произошло? Он должен был поехать за Светой, забрать ее возле Днепровской ривьеры и привезти туда, где все отдыхали уже. Я начала звонить в 12, где-то мы разговаривали крайне раз, все было нормально, днем. А потом вечером, вечером, это произошло ночью. И когда уже крайне, я звонила где-то часа в 3, потому что я была на Десне, и у нас очень сильная была гроза, ливень, и я звонила в 3 часа узнать, чтобы они там не намокли, не потому что в палатках. Но телефон молчал или телефон, телефон уже работал? Молчал, да. Сереж, и мой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, когда, ну вы поняли, что что-то случилось, да, и это все произошло на территории элитного поселка, я насколько только знаю, Кончезаспа, может быть, охранники, может быть, спасатели этого поселка оказали вам помощь? Нет, помощь никто не оказывал, ну, абсолютно, только те люди, которые, как бы, мы просили, то есть через знакомых, как бы, они нам оказывали там помощь в поисках этой лодки, как бы, и вообще в поисках всего. Что говорили вам эти люди, которые, по большому счету, очень хорошо знали эту территорию? Что у них выходной. Милиция нам говорила, что у них выходной. Когда мы говорили про водолазов, что давайте водолазов, давайте будем что-то делать. Нам говорили, у вас выходной и у нас выходной. Это было воскресенье. У нас есть свидетель случившейся трагедии, Сергей Рыбалко, и он у нас в студии. Я заметил лодку. Думаю, рыбаки там рыбачат, и там обычно часто рыбаки рыбачат в том районе. Вот. Ну и рыбачу дальше, когда потом слышу со стороны Киева, приближает звук скутера, то есть, ну, водного мотоцикла там или как. Да. Вот. Ну, звук слышно, да плывет, да и плывет. А потом, через какое-то время, там, не знаю, секунд 30 произошел вот этот удар. Я сразу подумал, это, наверное, ну, и звук скутера прекратился, то есть мотор заглох. Вот. И в этот момент я понял, что, наверное, они ударились в лодку. Угу. И повернул туда. Скажите, пожалуйста, да, Сергей, меня интересует, вы услышали удар, вы опытный человек, да, вы рыбак. Вы были на берегу или вы направились именно на место, где услышали этот удар? Не, я был на берегу. Скажите, Сергей, а может быть нужно было сразу сообщить кому-то о том, что вы услышали этот удар?
не каждый день такое слышишь, или вот, допустим, вот эти, ну, аварии, или там удары какие-то на воде, ну, ударились, да ударились, может, столкнулись. Есть еще один свидетель, это охранник прибрежного кафе, его зовут Николай. Подъезжал водный мотоцикл. Люди попросили у меня, чтобы была возможность приобрести спиртные напитки. Я сказал, что мы работаем до 11 часов. Они спросили, где же можно купить. Я им показал направление Киева. Было темно, я говорил с ними с берега, они находились на воде. Где-то расстояние между нами составляло в пределах 15-20 метров. Это меня уже напрягает в какой-то момент эта история, потому что, смотрите, Сергей, спасибо, конечно, что вы пришли к нам, не отреагировал. Мужчина, который давал сейчас нам интервью, Николай, он давал это интервью спиной. Вам не кажется, что это больше, чем халатность? Это просто элементарное равнодушие. Наши журналисты проделали весь путь, который сразу после аварии прошли друзья в поисках тел Светланы и Евгения. Внимание на экран. Вот на этом месте, как бы вот напротив этого дерева мы нашли Женю. Вот, вот прям так, как мы вот стоим. Вот где-то вот здесь вот мы его нашли. Вот где рыбак, да, стоит, вот туда мы МЧСники его подтянули и на пляже положили. Был рыбак вот здесь, видел лодку вот там, как бы, и произошло этот удар вот как бы приблизительно в этом месте, он говорил, метров 15 от берега. Я сейчас хочу задать вопрос адвокату Екатерины Савченко Игорю Черткову. Игорь Всеволодович, скажите, пожалуйста, как вы расцениваете действия правоохранительных органов в первые часы и дни после трагедии? Дело вообще где-то ходило, затерялось. Я знаю этого следователя, который принимал участие в постановлении, в вынесении постановления о возбуждении уголовного дела. Это абсолютно примитивный, абсолютно человек, который не знает каких-то действий. Как вы думаете, почему такое безразличие царит в правоохранительных органах, в органах, куда мы бежим, что называется, за помощью? Я могу только сказать по этому делу. Естественно, это полное безобразие и безразличие. И как человек, защищающий права и законные интересы молодой девушки, которая осталась сейчас на взлете своей жизни вдовой, с маленьким ребенком на руках, я хочу сказать, что, обращаясь уже к тем лицам, которые совершили, я думаю, что не произойдет чудо, в эту студию не войдут они и не покаятся перед всем народом, что вот я они уверен, это совершили. Я уверен, что они даже не скажут никому из окружающих, когда будут смотреть эту программу. Да, поверьте и потому мне. Я вот обращаюсь даже ко всем присутствующим и к ним в первую очередь, что это тяжкий грех. А в отношении давать оценку работникам милиции, конкретно по этому делу, да, оценка отрицательная. Как дальше развивалось следствие, расскажет начальник Центра общественных связей Главного управления МВД в Киеве Владимир Полищук. Что вы можете сказать об этом деле? Немногим больше, чем две недели, это дело находится у следователя Сергея Француза. Человек, который сейчас конкретно занимается, назначил целую серию экспертиз и ищет этих скутуристов, которые, видимо, где-то припрятали свой агрегат для того, чтобы правоохранители не могли его найти. Ну, хотя, вы знаете, я не хочу... Скажите, пожалуйста, почему сразу это... Вот я не хочу оправдываться за тех людей, с которыми я не служу, но это мои коллеги Киевской области. Я немножко не понял, почему вы обвиняете милицию, что можно было тогда... Спасти людей или что? Не спасти людей, но хотя бы выяснить, ну, что произошло. По горячим следам, может быть, вы понимаете? Раскрывать преступления законодательство определяет 2 месяца. Иногда понимаете, законодательство может определять все, что нам есть, законодательство совести. И откуда мы знаем, если бы сразу отреагировали органы, может быть, можно было и спасти людей. Мы же не знаем точное время смерти. Ну, мы знаем, что это произошло 16-17 ночью. Но мы не знаем, что они погибли. Уже на следующий день с вами общался следователь Бориспольского райотдела. Вы слышали, что он сказал? Он сказал, придите, заберите вещи. Ну, я не понимаю, почему вы направили. Тут, понимаете, наверное, проблема в другом. В том, что у нас есть мажоры, есть люди, которые, приобретая скутеры, не регистрируют их в соответствующих органах, которые не имеют никаких прав, которые, наверное, и не знают.